На территории международного аэропорта Уйташ, Республики Дагестан, в Новомугурухской среднеобразовательной школе Чародинского района состоялась акция «Сделай подарок родной школе», которая проходит по инициативе главы региона Сергея Меликова. В рамках данной акции секретарь Совета безопасности Республики Дагестан Магомед Баачилов подарил образовательному учреждению спортивный инвентарь. Я в этой школе не учился, я учился в Махачкале, но я посчитал, наверное, будет все-таки правильный в этой школе, потому что тесть долгое время директором школы здесь проработал. Моя жена училась в этой школе. Вся моя родня, мои близкие родственники, все учились в этой школе. И отсюда вышли очень много уважаемых людей. Поэтому вот эту акцию я сегодня с удовольствием выполню и вот хочу порадовать детишек. Магомед Баачилов преподнес школе необходимый спортивный инвентарь для сдачи комплекса ГТО. Это мячи, ракетки, пневматическое ружье, гири и многое другое. Для сдачи комплекса готов к труду и обороне. То есть для молодых людей, для школьников он очень необходим, нужен, развивает смекалку, развивает выносливость, развивает силу. Он на сегодняшний день молодежи очень необходим, потому что вы же видите, такого здесь стадиона нету здесь. А этот комплекс позволяет даже в закрытом помещении сдавать определенные нормативы ГТО. В рамках акции для гостей прошла развлекательная программа, в которой приняли участие воспитанники образовательного учреждения. Они подготовили стихи, песни и танцы, которые удивили всех присутствующих. Сегодня у нас будет сдача ГТО, выступление, небольшое выступление художественной самодеятельности для гостей, возложение цветов памятнику павшим за Родину. Памятник был установлен недавно в нашей школе. В мероприятии также приняли участие помощник главы Республики Дагестан Шамиль Алиев, директор Центра тестирования ГТО города Махачкала Магомед Магомедов и глава сельского поселения Мугурух Абдуразак Абдуразаков, а также директор СОШ Новомугурух Магомед Алиев.